Серфер Бурле Карлос побил мировой рекорд, покорив волну высотой почти в 30 метров. Однако смельчак преследовал вовсе не эту цель. Он спасал жизни своей подруги по серфингу Майи Гибейро. Тонны воды сбили 26-летнюю уроженку Бразилии с доски и пронесли по рифам. Карлосу удалось вовремя прийти на помощь и спасти девушку от гибели. Сейчас он ждет оценки экспертов и подтверждения рекорда для книги Гиннесса. Пока рекордсменом числится гавайский серфер Гаррет Макнамара. Он съехал с 24-метровой волны в том же месте в ноябре 2011 года.